Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что смотрите наш канал. Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный и простой домашний паштет из куриной печени. Для этого нам понадобится куриная печень, лук, чеснок, морковка, лавровый лист, черный перец, карри, соль, сметана, масло растительное и сливочное. Итак, наши овощи помыты и мелко порезаны. Печенку мы тоже хорошо промываем, снимаем пленочку и режем на маленькие кусочки. И теперь будем жарить. В разогретую сковородку мы наливаем немножко масла, выкладываем печень и будем жарить печень до полуготовности. Печенку прожариваем до полуготовности, выпариваем кровь и лишнюю жидкость. Теперь мы добавляем лук и морковку и будем обжаривать все вместе. По необходимости добавляем растительного масла. Наши продукты немножко обжарились, теперь мы к ним добавляем соль, черный перец, карри, лаврушку и немного сметаны. И будем все это тушить до полной готовности. Наша печенка почти готова. Она должна оставаться нежной и мягкой. За минутку до готовности мы добавляем чеснок. Печенка готова. Вытаскиваем лавровый лист и даем ей немножко остыть. Теперь слегка остывшую печенку перекручиваем на мясорубке вместе со сливочным маслом. Теперь хорошо перемешиваем до однородной массы. И вот мы наш паштет перемешали в однородную массу. Теперь перекладываем все в баночку. Дорогие друзья, вот и готов наш печеночный паштет. Он получился очень вкусный, нежный и с нотками карри. Спасибо, что были вместе с нами. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки. Прошу к столу и приятного всем аппетита!